Всем привет! Четверг. Вечер. Иду на слет нумизматов в городе Штутгарт. Он в том здании находится. Видите, какой памятник здесь. Иду. Хочу вот там предложить вот эту вот медаль, которую я купил на барахолке за 30 евро. Там есть пара людей, которые медали собирают. Предложу им. Посмотрим, удастся продать или нет. Ну что ж. Вот такая вот медаль. Вот здесь красиво. Сейчас зайдем внутрь, покажу дальше. Так, вот мы пришли. Можно подняться. Вы видите? Интернациональный музыкальный клуб. Поднимаемся на второй этаж. Вон там уже люди сидят. Первые нумизматы. Hi, alles klar? Ja, bei dir? Ja, alles gut. Was ist das? Rotkreuz. Hä? Rotkreuz. Also Rote Kreuz. Die sind nicht geputzt. Gottfried, guck mal. Was ist daran geputzt? Ah ja, die sind geputzt. Nee. Ja, dann gebe ich die nicht her, wenn du das so einschätzt. Machen wir für den Satz einen Vorschlag? Ich finde es okay. Ja. Mach einen Vorschlag. Sag du mal. Приветствую вас, друзья. Ну вот состоялось мое второе посещение клуба нумизматов города Штутгарт. Сегодня я, в принципе, купил не так много вещей. Я больше сегодня пошел, чтобы с надеждой что-то продать. И мне удалось продать ту медаль, которую я вам показывал в начале видео. То есть это медаль, которую я купил на барахолке за 30 евро. Я ее сегодня продал. Продал, я считаю, успешно для себя. Продал я ее за 70 евро. Я бы, конечно, мог ее продать подороже, если бы подождал. То есть если бы я там месяц-другой бы постоял, может быть, бы отправил бы ее на аукцион. Она, может быть, бы ушла бы за 100, за 120, может быть, даже и за 150. Но я как бы решил деньги, в нашем деле нужно деньги быстро прокрутить, то есть купил, продал, и я считаю, что за 70 евро, то есть я свои деньги я вернул, плюс еще 40 евро сверху заработал, я считаю, это нормальный результат, хотя можете, конечно, со мной не согласиться, но пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. А так, я купил всего 3 вещи сегодня, в принципе, потому что там как бы собираются такие же все профессионалы, как и я, которые знают прекрасно, что сколько стоит, и дешево, никто не хочет ничего продавать. Но, тем не менее, мне удалось купить 3 вещи. Честно говоря, купил, потому что, чтобы что-то купить. Купил я такой вот интересный значок сегодня, единственное, что мне очень понравилось. Я там не рассмотрел, тут как бы не могу понять, это то ли 1804 год, в таком случае это очень хорошо, или это 1904 год. Да, это чуть похуже, как бы от этого, конечно, зависит цена последующая. Это значок ветерана. Вот, как я уже сказал, год я не совсем понятен. Тут написано 26-й чего-то. Нора. В общем, нужно будет еще рассмотреть. Вот такой вот значок. Довольно интересный. Он не серебряный, но довольно тяжелый. Ветеранский значок. Кто что знает про такой значок,
Я его поближе. Все-таки, мне кажется, 1904 год, хотя могу и ошибаться. Кто что знает, пишите, что это за значок, сколько он может стоить. Вот такой вот интересный значок. Заранее спасибо, кто напишет. Вот такой, с обратной стороны ничего нет, это как бы он закалывался, его так носили. Купил я его за 15 евро, просили за него 25. Сегодня было очень много значков, медалей всякой нацистской символики, фашистской тематики, то есть очень много, я некоторые даже снял вам показать, цены там тоже не дешевые. Некоторые я там покажу, была даже вон там у одного продавца была сабля с вензелем Николая II. То есть я вообще в холодном оружии полный ноль, то есть если кто знает, пишите, он просил за нее 750 евро, то ли это была не сабля, я так понимаю, это была шашка все-таки, потому что у нее не было, то есть ручка была или гарда была без такой защитной вот этой рукоятки. То есть просил он за нее 750 евро, ну может быть бы ему, конечно, немножко скинул, ему там за 700 бы отдал, но я с ним торговался. Как бы кто знает, настоящая, не настоящая, нормальная цена или это дорого, пишите тоже, мне интересно. Он сказал, что он коллекционирует холодное оружие, у него дома очень много всевозможных российских, вернее, царского холодного оружия, клинки, кинжалы, но он их не продает, он как бы коллекционирует, а этот он решил просто продать, потому что ему нужны были деньги, но он его сегодня не продал. Вот такая вот была там вещь. И купил я еще две монетки, в куче выбрал просто, одна из них немножко еще даже сохранился такой штемпельный блеск у монеты. Это 6 пенсов, Индия, 1943 год, серебро. Так, ну, Билон, наверное, скорее всего, с остатками штемпельного блеска монетка. И рядом с ней лежит чуть-чуть монетка постарше, это 20 кройцеров Австро-Венгрии, в очень такой глубокой темной патины. Здесь, я так понимаю, след ее, она была, наверное, частью какого-то украшения. Год 1815, как вы видите. То есть эти две монеты я купил у одного продавца и заплатил я за них 7 евро. Ну, как бы я думаю, я выставлю их каждую, там, может быть, по десятке на eBay и посмотрим, почем они продадутся или как долго будут продаваться. Это я все покажу потом обязательно. Вот такие вот на сегодня продажи у меня, вернее, продажи и покупка. Надеюсь, вам понравилось сегодняшние мои покупки. Если понравилось, ставьте лайк. Значок, в принципе, очень интересный, мне нравится. Пишите еще раз комментарии, кто что знает про этот значок. Кстати, все вещи, которые я показываю, они, в принципе, продаются. Если кому интересно, пишите. Если у кого есть возможность у меня это купить, то я с удовольствием продам это вам. По цене договоримся уже при личном общении. А так, всем спасибо за внимание и пока, до новых встреч!